Ну что, прошел почти год, как мы занимаемся переносом столицы. Мог ли я тогда подумать, что тот обычный рабочий день станет поворотным? Сәлеметсіз бе, Нұрсұлтан әбішұлы. Туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Нұрсұлтан әбішұлы. Кіріп бірден бастай беруімізге болады. Жақсы. Уважаемые депутаты, выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики вопрос о переносе столицы. Все деньги в Алматы. В Акмале только пыльные море. Совершенно неразумно напрягать всю республику. Ничего у него не получится. Положение экономики ухудшается. Левый берег будет новым центром столицы. Если не собираетесь переезжать, переедут другие. Все спорные вопросы по границе между Казахстаном и Китаем решены. В этом огромная заслуга вашего президента. Мы должны не только под ноги смотреть, но и вперед. Биектегі 97 лет. Надо верить. Тогда все получится. Не мерзнет тот, кто тепло одевается. Ну, Нұрсұлтан Абишевич, здесь тоже все рядом будут. Может, дать столице новое имя? Может быть, Астана? Набережная станет украшением столицы. У всех прекрасное настроение. Астана – это путь, который начался с идеи одного лишь человека. Бұл тек бастама сығана. Бүкіл әлемге көрсетуіміз керек. Ең бастысы әлі алда.